просто начитка с наброска. Прогноз на последний укус уробороса, как прямой в нос, это то, что придет жестко. Пиздос головного мозга. Это не просто начитка с наброска. Прогноз на последний укус уробороса, как прямой в нос, это то, что придет жестко. Пиздос головного мозга. Через восторг оплати, в одной упряжке с братьями будем карать тебя за то, что слушал МС в платьях. Двигая риф, мы по строке с помощью телепатии. Мы пришли сюда, чтобы тут снова запахло пиздятиной. Вокруг все скажут, что мы спятили, но время не повернуть спять. Да и вроде не дятел ты, в рукаве еще пара козырных тузов припрятана. Ну а ты, дядь, дальше целую под хвоста своих предателей. Рэп питал с молоком матери, и похуй на хате, в падике, клубе или на катере. Кому не нравятся наши обряды, то дорога с катертью. Но если накатит, как нехуй делать, рот порвать тебе. Смотри, не выхвати Кондратия, когда придет конец всему. Это будет месть создателя, с какой, блядь, стати ты пиздишь. Про крепость характера у нас на то, что ты носишь штаны, гарантия. Это не просто начитка с наброска. Прогноз на последний укус уробороса, как прямой в нос, это то, что придет жестко. Пиздос головного мозга. Это не просто начитка с наброска. Прогноз на последний укус уробороса, как прямой в нос, это то, что придет жестко. Пиздос головного мозга. То, что мы принесли с собой, распакуй. Не спроси на кой, неси на кухню, ставь жаркое. Отдельной строкой мы растолкуем, что это такое. Да, это опять та самая пизда, вложена в наши уста в качестве призыва к восстанию. То, что